Я говорю, демобилизованные каждый день пачками уходят, оружие кидают и уходят. Да вон видели по телевизору, показывали, 20 человек в плен попали, но их отпустили, забрали. Сегодня вон 10 ушло. Потому что только по телевизору брешут, что амуниция тут хорошая, оружие хорошее. Димку Ковыльникова забрали. Ну вот, у нас вот осталось 44 человека осталось, вот может к нам и привезут. А у нас все бегут. БТР взорвали наш. Все, что вещи, это самое, погорело, оружие погорело. Мы одеты, хохлятское, что вот у хохлов, это самое, занимаем их позиции, или там кто с трупов снимает, там вот там каски вот эти, вот на мне, наколенники там эти, поджопники, все мародерское. Тут как черти, все хохлятское это все, понимаешь? И они смотрят. Говорят, что вас обули, одели там. Да, обувают, одевают, да.